Добрый день, перед нами миниатюрный компрессор BD50F фирмы Danfoss. Сейчас ее называют уже Secop. Компрессор был сделан в Германии. Компрессор на 12-24 вольта постоянного напряжения. Подключается к нему специальный инвертор его родной, но в данной ситуации инвертора не оказалось. Для этого я использовал инвертор Electrolux компрессор G33U. Сейчас мы включим и посмотрим, как он будет себя вести. Ну, компрессор запустился. Ток 140 мА. И останавливается. То есть секунд 15 работает и отключается. Так, я подключил в данной ситуации Embraco модуль VVC32456 для запуска данного компрессора. Прошло 2 минуты, компрессор пытается запуститься, но не пускается. То есть очень низкая частота. То есть в данной ситуации в блоке отсутствует частотный сигнал. За счет этого частота низкая, очень маленькая для того, чтобы раскрутить данную модель компрессора. То есть вот такие вот дела. Так, попытка номер 3. Из-за отсутствия родного блока 101N0500, где можно подключать 220 12 вольт, мы попробуем от 11 модели, еще старый такой большой блок, EU2456. Сейчас мы включим и посмотрим, что будет происходить с этим компрессором. Так, оно. Какой-то ток был и сразу отключился. Никто не качает. А ну, включи кнопку суперзаморозки. Я сейчас включаю. Пиш, пытается запуститься, но не получается все-таки. Давай еще раз попробуем. Выключили. Вот он, видишь, он пытается, он дергает. Вон его дергает, но не может включить. Так что сторонний инвертор не подходит. Да, он, видишь, он его сбрасывает. Все. БД, все. Только для родного модуля. БД. Все.